А это знаменитый Михаил Клестов. Миша, здравствуй. Добрый вечер. Миш, скажи, пожалуйста, очень много людей сильно переживают, что ты ушел из интернета, ничего не пишешь, не консультируешь, не говоришь, просто не общаешься. Почему? Ну, проблема на самом деле немножко была проще. Я переехал на новую квартиру, и у меня не было интернета. И все? И всего? Вот, сейчас есть. Вот, так что если, ну, если людям нужно что-то, мое мнение знать, то я готов. Очень ждут тебя многие в интернете, потому что действительно ты один из тех немногих специалистов, который грамотно разбирается не только в плане практики, но и в теории. Ты как доктор можешь посоветовать очень многие правильные вещи. Ты вернешься все-таки в интернет? Еще раз хочу тебя спросить. Ну, я думаю, может быть, не в том объеме, в котором я раньше, потому что все-таки как-то немного времени стало меньше. Вот, ну, вернусь. Скажи, а ты сейчас не сменил профессиональную деятельность в плане, ты работаешь в том же клубе или, может, что-то у тебя изменилось? Мы с тобой давно не виделись, как бы, я не знаю. Да нет, профессиональную деятельность я не сменил и, наверное, вряд ли сменю, потому что, на самом деле, больше-то я ничего не умею, собственно говоря. Вот, ну, насколько я умею делать то, что я делаю, в общем-то, я стараюсь. Но ты в том же клубе сейчас? Я в том же клубе. Занимаюсь набором, обучением, контролем работы персонала. Вот. И работаю персональным тренером. Скажи, я знаю, многие клубы на тебя выходили, чтобы ты проводил выездные семинары. Ты этим занимаешься? Тебе вообще это интересно? Я в плане чего спрашиваю? В плане рекламы тебя как специалиста в этой области? Потому что ты один из лучших. Андрей, ну, даже не боясь показаться меркантильным и жадным, у меня один выходной. Семинар в каком-то клубе стоит максимум $200-300. Я не готов потратить свой единственный выходной за $200-300. Если буду более серьезные предложения, я готов рассмотреть. Миш, спасибо. Как тебе сегодняшняя вечеринка? Ну, вечеринка мне очень нравится. Я очень рад и благодарен Артему, что он меня пригласил. Очень рад видеть всех, кто здесь присутствует. И, в общем-то, прекрасная вечеринка. Спасибо, Миш. И еще раз хочу все-таки сказать, не бросай нас, ты нам очень нужен, твой опыт, твои знания, твои советы. Ну, это вы можете меня бросить, а я вас что? Спасибо. Ну, по-моему, самый агрессивный. Сейчас мы поговорим с Алексеем Борисовым. Алексей приехал к нам издалека. Наверняка он поделится с нами своими впечатлениями. Леш, ты сразу принял предложение? Андрюш, я, конечно же, сразу принял предложение приехать, встретить своих друзей, своих знакомых, пообщаться на общие темы там, да, вот. Просто в отличие от очень многих людей, которые живут за несколько километров буквально, и у которых почему-то не находится там времени, желания, там, еще чего-то. Я вот, ну, не только я, вот, Олег со мной тут приехал. Вот, ну, нам всегда нравится вот быть в коллективе, там, общаться, видеться там с людьми, с которыми мы можем поговорить о чем-то, об общем, да, есть что обсудить там, вспомнить что-то там, ну, как бы повариться в одном котле, в котором мы уже там. Леш, ты выступаешь очень много и часто. Наверное, ты один из тех людей, которые выступают больше всего, если по количеству турниров сказать. А где ты черпаешь свою мотивацию? Как тебе это не надоедает? Андрей, вот честно говоря, не знаю, откуда я черпаю мотивацию. Я занимаюсь уже 20 лет примерно бодибилдингом. Вот, до сих пор желание вот
только увеличивается с каждым годом. Выступать, во-первых, чем дальше карабкаешься вот по этой лесенке, да, вот, ну и не скажу, что она была легкой там, да, и пологой. Она была крутой, достаточно, блин, очень много проблем было в этом плане, вот как бы восхождение вот в этой, ну, не знаю, чем вроде сложнее, тем интереснее становится. Ну, не знаю, нравится. Потому что если у вас такая тенденция, что все трясутся, боятся, да, то все избранные. Да, да, да. Все вообще начинают торговаться, а потом думают, что не может, а я вот там помню, а это предлагал еще. Алексей, две истории, давайте поговорим с тобой, как раз. До встречи. Леонид. Леонид, дело серьезное. Я хотел с вами поговорить. Скажите, пожалуйста, Леонид, вы довольны прошедшим сезоном? Да. Что наиболее вам запомнилось? Кроме Александра Чапурняка, конечно. Вот запомнилось, как вы мне интервью брали. Очень для меня знаменательное событие было в этом сезоне. Я провел незабываемых 4,5 часа перед камерой с Поповым. Хотя интервью получилось ровно на 16,5 минут в сжатом виде. Ну вам же понравилось, Леонид. Мне очень понравилось, Андрей. Да нет, на самом деле я, если не шутковать, очень доволен. Все прошло хорошо. Ну вот все-таки по миру, все-таки такая форма хорошая, достойная призов. Было обидно? Хорошо, Андрей, что вы это подчеркнули в своем новом интервью сейчас уже. Обидно было, но чуть-чуть, недолго. То есть вам было недолго обидно? А вам, Татьяна, было долго обидно? Мне было очень долго обидно. Долго и нудно. Гораздо дольше, чем Леониду. Честно, у меня такое чувство, что это я готовилась к соревнованиям, вот, и я стояла на сцене. Очень сильно переживала, да? Очень сильно переживала, когда я выступаю, я так не переживаю. Если честно, что да, что как будто бы вот Татьяна за меня стояла на сцене, я даже не знаю, как будто она заняла 4-е место, в принципе, я так мимо проходил. Не, все очень, кстати, сильно переживали, вот серьезно. Светка Голубочкина, сам Димон переживали, все тут перезванивались, там болели. Да, Диме со Светой огромное спасибо. Они проявили просто чудеса заботы обо мне. Я прямо был растроган, польщен, но слез плакать не мог, потому что был обезвожен, слез не было, как бы, но в душе очень проникся этим, этой поддержкой. Спасибо большое. Они звонили постоянно каждый день. Да. Каждый день. Лень, как удалось вот один старт и выдать такую форму без прожимок, без промежуточных турниров? Ну, вариантов не было. Был же всего один старт. Поэтому по-другому нельзя было. Но как все-таки своих соперников оцениваешь? Почему так реально поднимают высоко арабов? Как ты считаешь? Вот по мне, по фотографиям, по видео, все-таки чех должен был выиграть. Как считаешь? Ну, чех, я думаю, да, должен был выиграть. И, в принципе, это не только мое мнение. Но это такой вопрос, он до бесконечности его можно развивать. Почему? Как бы, я думаю, что, в принципе, там довольных из 24 человек, кто там у нас выступал в категории, я думаю, вот 100% можно сказать, доволен один Хамуда, который первое место занял, я вот так думаю. Все остальные, наверное, есть что сказать, но поэтому как бы это... Почему его так любят? Вот в России есть свои любимчики, а на мировом уровне свои, один из них это Хамуда. Почему его так любят, скажи?
Не знаю, спортсмен достойный, потому что, наверное, человек хороший. Он очень хороший человек. Приходилось нам общаться с ним, за одним столом сидеть. Видно, что это очень образованный и порядочный человек. Вот. И даже после соревнований он подошел к Лене и сказал, что он его уважает, респект, да, как он сказал? Да. Подошел, побил, ударил. Да, он абсолютно нормальный и как в жизни общительный, достаточно... Хорошо так на фоне остальных египтян владеет и иностранным языком, и мы с ним поэтому без проблем как бы общались, нашли общий язык. Вот. Но это можно до бесконечности эти споры разводить, там второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Как бы спасибо всем, кто болел, кто поддерживал, а я в свою очередь буду вот сейчас уже вот доем и буду готов к покорению новых вершин. Ну, не буду тебя отвлекать, приятного тебе аппетита, хорошо отдохнуть, хоть вы и задержались с Татьяной. Всего доброго, спасибо. Спасибо, спасибо. А что делать? Я от Илюха разошелся. Здесь пойдет как раз и пляс, и проход, и все что угодно. Не, Алексей, не бойтесь. Всего один вопрос. Скажите, новые спортсмены у вас сейчас имеются, Алексей? Новые спортсмены. Что есть новые спортсмены? Те, которые никогда не выступали? Нет, тех, которых вы никогда не тренировали. Да, безусловно, куда же от них денешься-то? Например, фамилии назовите. Пока кто не попадал в обойму. Водянов Ваня. В 100 килограммах. Я думаю, есть перспектива. Остальных вы всех знаете. Да. Себя персонально, Юра Метюшина, Тимура. Пока всех перечислишь. Кто из них готовится сейчас? А я перечислил как раз тех, кто готовится на весну. Весна будет забавной. В Москве или вообще в России? Ну, Россия, мне, знаете, как мы живем в Москве. Нам интересна Москва. А что там в России? Да бог с ней. С Россией-то. В России победит Питер. Мы заранее это знаем, мы готовы. Мы любим Питер. Но мы в Москве, чемпионат Москвы у нас основной старт. Леш, по поводу вечеринки сегодняшней, пару слов. Понравилось? Хоть вы опоздали? Не, несоизмеримо впечатлился. Огромный респект еще Артему Маяку за то, что он взвалил на свои плечи организацию этого мероприятия. Мне искренне приятно видеть в зале все знакомые лица и лица выступающих атлетов, а не случайных людей, которые не имеют никакого отношения к бодибилдингу, но собираются на каких-то непонятных вечеринках других сайтов. Спасибо, Алексей, большое вам. Пожелайте всем всего хорошего. Все для вас, Андрей. Для вас, можно сказать, луну с неба. И для любимого сайта Физспорт тоже. Спасибо, Алексей. Вот оно, вот оно, где растяжка понадобится.